Всем привет! Это уроки безопасного интернета. Попробуйте посчитать, сколько у вас реальных друзей, а сколько знакомых в соцсетях и онлайн-играх. Среди них, возможно, есть даже те, с кем вы ни разу не виделись, но переписываетесь уже несколько месяцев. Дружба вообще отличная штука, но... Но не всегда все именно так, как кажется со стороны. Верно, ребята. Интернет – это миллионы незнакомцев. Среди них есть как хорошие люди, так и не очень. Поэтому на всякий случай давайте разберемся, что такое безопасное знакомство и как нужно общаться с новыми людьми. Когда вам пишет незнакомец, подписывается или отправляет заявку друзья, что нужно сделать в первую очередь? Перейти на его страницу? Да-да, именно. Проверить его страницу, посмотреть, какая информация там указана и какие фотографии добавлены. И если хоть что-то кажется вам странным или вызывает какие-то сомнения или подозрения, не стоит добавлять такого персонажа в друзья. При знакомстве с новым человеком не рассказывайте много о себе. Номер телефона, адрес дома и школы – это личные данные, и все это только для близких друзей и родственников. И делиться такими данными с посторонними не стоит. А если человек спрашивает, молчать что ли? Если покажется, что новый приятель задает слишком много вопросов, странно, слишком лично, или даже пытается разузнать, когда и куда вы уезжаете с семьей на выходные, стоит задуматься, зачем ему все это знать. Зачастую преступники готовят почву, делают вид, что хотят узнать тебя получше, чтобы затем попросить об услуге, деньгах или любой другой помощи. Если собеседник пытается вывести диалог в такое русло, время рассказать обо всем родителям. А встречаться с новым другом можно? Встречаться с незнакомцем, особенно если он старше, точно не стоит. А как узнать возраст? Вдруг новый знакомый соврет? Убедиться, какого возраста собеседник, можно по видеосвязи. И если решили познакомиться в жизни, и приятель ваших лет, то делать это лучше в присутствии взрослых, ну или хотя бы в людном месте. Не хочу запугивать, что повсюду только какие-то злодеи, но быть начеку – это норма. И последнее. Дружить со сверстниками – это хорошая идея. Вы можете вместе проводить время и даже общаться долгие-долгие годы. Но для чего может писать взрослый человек ребенку? И откуда такое сильное желание общаться с теми, кто младше? Лучше не испытывать судьбу. И не думать, что вы на самом деле настолько можете заинтересовать постороннего взрослого человека без дурных умыслов. Да уж, есть над чем подумать. Спасибо. Получается, нужно думать о безопасности всегда, даже когда просто переписываешься в интернете. Ага. А еще лучше заводить друзей в реальной жизни и больше общаться вживую. Это точно.